Библиотека на все случаи жизни. Такую концепцию заложили в основу обновления помещений учреждения. Особое внимание самым маленьким посетителям. Теперь для них не скучные ряды с книгами, а большая игровая зона и компьютеры. Первые посетители уже оценили комфорт. Здесь, конечно, очень красиво. Просто здорово. Во-первых, детям будет очень интересно, потому что здесь много игровой зоны, здесь все в игровой форме. Как говорится, новшество ввели, это вот компьютерные игры. В современной библиотеке все оборудовано по последнему слову техники. Теперь на каждой книге есть специальный чип. Издать ее можно с помощью новой системы гораздо быстрее и проще. Я кладу книжечки и нажимаю «Продолжить». Мне нужно, то есть станции достаточно 10 секунд, а может быть и меньше, для того, чтобы увидеть книги, которые я положил сюда. Детская библиотека на Аэродромной в этом году отмечает свое 85-летие. Капитального ремонта здесь не было с 90-х годов. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию в федеральном конкурсе национального проекта «Культура». Самарская библиотека получила 10 миллионов рублей на ремонт и переоснащение. Здесь полностью была реконструирована и система вентиляции, и система отопления, и замена оконных конструкций. Абсолютно все было новое. И вот теперь мы получили вот такое интересное, комфортное для людей пространство. Библиотека на Аэродромной уже девятая, которую переоснастили по национальному проекту «Культура». Всего в этом году регион получил на эти цели 55 миллионов рублей. Такие модельные библиотеки – это самое главное, что нам сегодня дает национальный проект. Это создание комфортного пребывания и родителей, и детей. И, конечно, очень приятно, что мы в первую очередь это направляем для детской аудитории. Сейчас в библиотеке идут последние приготовления к официальному открытию, которое запланировано на следующую неделю. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.